Продолжаем наше теплое уютное утро, и прямо сейчас в гости к нам пришла очаровательная девушка, которая не просто замечательный специалист, прекрасная леди, но еще и почитатель таланта замечательного, удивительного человека Владимира Высоцкого. Кстати, благодаря именно этой хрупкой леди у нас в Ростове появился памятник. Сегодня об этом и поговорим с Людмилой Скворцовой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Бы сказала, еще смелая и мужественная женщина. На вот эти хрупкие плечи она возложила организацию памятника Высоцкому. Вообще, откуда такая любовь к Высоцкому? Ну, она, наверное, пришла давно, где-то в 70-е, начало 70-х годов. А уже потом я собирала там кое-что, вот что. Что там было, у нас был турслет, и один мальчик, Витя Якубович, наш бывший одноклассник, он возле костра пел. И я спросила у него, что это? Я уже знала, кто такой Высоцкий, был там фильм «Вертикаль», и он говорит, это Высоцкий. Все, я влюбилась сразу и навсегда. Высоцкого. Любовь с первого звука. Да, с первого звука, с первого слова. А потом уже, когда Высоцкого не стало, но это была какая-то невероятная трагедия, вот просто невероятная трагедия. И тогда у нас был такой преподаватель в университете, Юра Горский. Он как-то меня встретил и говорит, давай организуем вечер памяти. Я говорю, давай. Кинулась, у меня почти ничего в принципе не было. Ну что тогда такого писали? Ну пластинки какие-нибудь могли быть, да? Ну какие-то там пленки. Ну все это такое, все было затрепанное такое, старое, все какое-то зашумленное. И он мне приносит телефон и говорит, вот тебе телефон, в Москве есть некий старичок, который, как ты, этим занимается. То есть вы еще были не в курсе, что вы этим занимаетесь? Да, я уже как бы занималась, но только в Москве никогда к тому времени не была. А потом тут были съемки, я занималась в театральной студии, и был такой Саша Пашовкин на Мосфильме, нас пригласили к нему в массовку. И там был главный герой, главный бандит, которого играл Владимир Меньшов. Ну, я ему как бы вот там рассказывала, что вот мне нужно в Москву. И он мне вдруг говорит, да приезжай, я тебя по театрам повожу. И я подумала, о, к тому старичку надо? Да. Меньшов пригласил. Мне надо бесконечно. Да, то есть надо. И я собралась и поехала в Москву. Каких-то знакомых нашла, у каких-то родственников остановилась. Приехали с подружкой. Причем, согласитесь, было не страшно. Даже утра. Мысли не было, что можно испугаться. Сели и поехали. Нет, сели и поехали. В 4 утра привез поезд. Куда идти? Ну, на Ваганьково. Ну да, приходим к Ваганьково. Конечно, 4 утра. Часа в 6. Куда темнотища, зима, еще? Декабрь месяц. В декабре. Подходим, открывает охранник. Девочки, вы к кому? Мы говорим, к Высоцкому. И он почему-то пропустил. Мы подходим. Некая могилка, темнота. Я посмотрела и говорю, Галка, так он же не умер. Ну, не может такой великий человек вот тут чего-то. Да, вот так вот. Так. Вот. На следующий день звоним, в этот же день как бы, да, попозже, к 10 звоним некоему вот этому старичку. А я почему-то думала, что это некий такой старичок, у которого узенькая такая комната, и вот везде-везде-везде натыкано вот Высоцким. Вот да, какие-то книжки, какие-то записи, там бумажечки какие-то. И вдруг мне отвечает человек, который говорит, приезжайте. Я говорю, а куда? Типа адрес пишу. А он мне говорит, в театр на Таганке, знаете? Я первый раз в Москве. Говорю, знаю. Ни Яндекс.Навигатора нет, ничего. Ничего, к тому времени еще не было. Мы приехали. Оказалось, это не старичок, а молодой человек, завлит театра на Таганке, Петр Михайлович Леонов, которому мы привезли вот все, что у нас было. Так просто. И он, вот там оказалось, крутились, масса какая-то народу, то есть вот с июля по декабрь, да, которые ехали со всего Советского Союза и везли все, что у них было. Ну, в том числе и мы. И мы как-то так попали. Мы даже не знали, когда у него день рождения. Откуда бы мы его-то знали? Интернета не было. Да. Тут нажал, в Википедии, бог вылетело. Да, там ничего тогда. Конечно, да. Вот. А когда мы говорим день рождения? Они говорят, да через месяц. 25 января. Это меня просто потрясло, потому что у меня 22-го, а у него 25-го. То есть она вела. Она где-то рядышком. Вот. Людмила, уважаемая моя дорогая, любимая, я вижу в глазах вот этого любовь к Высоцкому. Я хочу вас прервать ненадолго, потому что очень хочется уже какую-нибудь из его песен услышать. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, утро мудренее
еще много, 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 много раз. Да еще раз. Или пьешь с похмелья в кабаках зеленый штоп и белые салфетки. Рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке. Церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так. Все не так, как надо. Да раз, да еще раз. Да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору попыхал, а чтоб чего не вышло на горе. Стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон увидь плющом, мне бы все отрада, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Да раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я по полю вдоль реки, а света тьма не до бога в чистом поле Васильки. Много раз, да еще раз, все не так, как надо. Где-то пони пляшут так, не хотя и плавно вдоль дороги. Все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, ничего не свято. Ребята, все не так, все не так, ребята. Спасибо. Ох, как же пробирает до мурашек. И слова, и тембр, ну, очень похож. А кто этот чудный мужчина, который исполнял? И где это все это, и где было? Это было? Это, да, Николай Ефремов. Он один из моих бардов, как я их называю, которые, вот у меня есть некая группа, угу, которая со мной все время поет. Где угодно, там, в воинских частях, возле памятника, в доме офицеров, в каких-то клубах. То есть, когда звоню и говорю, ребят, ну, споем там где-то. Да. Да, споем. То есть, раз, и вот как Коля один из поехали. Них. Да, да. Угу. А где вот сейчас он пел? Это он пел возле памятника. Это на Пушкинской. Ежегодный, да? Да. Ну, как бы не ежегодный, не сказать, что раз в год. Мы поем несколько раз в год. Мы поем там, ну, в День Победы обязательно на 9 мая, обязательно 12 июня на День России, 25 июля в День памяти Высоцкого и в День города. А это только если на улице. А потом мы еще поем зимой, но уже, ну, в помещении. В тепле уже. Они поют без перерыва. Высоцкий живет в них вечно. И классно. Ну, вот, знаете, я вот понимаю вас прекрасно, потому что у меня, наверное, такие же чувства были к Ахматовой в свое время. Я очень много читала о ней. Вот, хотелось всем сказать, безумно читайте, пойте, слушайте. Да. И хочется рассказать какие-то истории, узнаешь. А ваша самая любимая история о Высоцком? Есть такая? Именно о Высоцком? Да, ну вот, ну, или связанная с ним. Да, вот то, что вы узнали, и, возможно, то, что не всегда на виду, не всегда понятно. Вы знаете, я не думаю, что вот есть какая-то индивидуальная история. Сейчас же выходят какие-то воспоминания, что-то там кто-то рассказывает. И поэтому, ну, эти истории меняются. Ну, просто я не знаю, может быть, ну,
Я бы могла просто о людях рассказать, которые вокруг него. Ну, там, например, вот первая жена, да, угу. Высоцкого. Мы с ней знакомы. Ух вот ты. У нее день рождения в мой день рождения. Так, так. Мы с ней практически член семьи. Мы с ней обязательно... Лиза Константиновна. Нет, Лиза Константиновна Высоцкая, которая вот одна осталась Высоцкой. Высоцкая, да. И она единственная была с этой фамилией, да. И вот я обязательно ее поздравляю в этот день. Mm-hmm. Был и такой момент, когда они к нам, ну, вернее, мы с ней познакомились в Москве именно на дне рождения. Mm-hmm. Я отмечала его вот в те времена, значит, в театре на Таганке, в Литчасти, и обязательно привозила туда пирог с капустой. И мы ели. Однажды я пошла мыть яблоки, и она шла мимо. Я говорю: «Лиза Константиновна, приходите в Литчасть, чайку попьем». А туда там Леонид Филатов приходил, там Ваня Бортник, mm-hmm. Веня Смехов. И она сказала: а что там сейчас будет? Я говорю: да у меня день рождения. Она говорит: и у меня. И принесла, ну, вот столько конфет. Ну, да? Надо же. Мы как бы попили, а потом раз в год мы обязательно с ней встречались. Потом обменялись с телефонами. Потом, ну, какое-то прошло время. Вдруг я узнаю, что Нижнетагильский драматический театр приезжает в Ростов. Я нахожу ее в гостинице «Ростов», меня сразу соединяют, потому что им она, в принципе, ну что, какая там Иза Высоцкая, кто она такая? Угу. Меня тут же соединяют, я говорю: «Иза Константиновна, это вот я». Она говорит: «Ой, Людочка, как вы тут?» Я говорю: «Иза Константиновна, приходите ко мне купаться». Была бешеная пауза. Я же знаю, что такое лето, Ростов и гостиница «Ростов». Да. Жара и горячей воды нет. Она мне говорит: «Откуда вы знаете, что нет горячей воды?» Я говорю: «Я что, не знаю свой город?» То есть на протяжении этой недели, пока она у меня была, у нас была в Ростове, я ее 3 раза привозила к себе на Пушкинскую, приводила купаться. Там мы с ней знакомились. И в первый раз мне понравилось, что я так готовилась. Я даже купила баночку черной икры, тогда можно было. Тогда еще можно было. Я намазала ее на хлебушек. А потом, через несколько лет, меня это потрясло. Она встречает и говорит: «Ой, Люд, я помню, какую мы у вас вкусную гречневую кашу ели». А я гречневую кашу вообще терпеть не могу и никогда не варю. Только вот для дочки теперь варю. Бесподобно. Ну так, да. Ну давайте все-таки к памятнику. Ну хоть несколько слов. Итак, в каком году его открыли? Где? Значит, я начала собирать деньги в 2009 году. Первую свою копилку я поставила в Донской публичной библиотеке. В 2009-м, 99-м? В 2009 году. В 2009-х много. В 2009-м. Мне разрешила туда ее поставить Колесникова Евгения Михайловна, за что ей, ну, огромная благодарность. Первая копилка 1 апреля появилась в 2009 году. Потом я смеха стала, да, потом я стала бегать по всем каким-то организациям, писать ли мы с Игнатовым, председателем правления Союза художников, какие-то письма жалобные: помогите, дайте денежек. Расставляли копилки там в Перекрестке, в каких-то магазинах, еще также в библиотеках. И я ходила, вот эти вот копеечки какие-то собирала, акты составляла, в Донкомбанк несла, потому что там у Союза художников был счет открыт. В итоге за 4 года я насобирала 500 000. Друзья мои, я прошу прощения, я вот сейчас вспомнил, я как-то шел по театральной улице, еще тогда работал. Я вас приглашала, Володя, да, попеть. И пели, нет, я сам не пел, но я вспомнил, что пели барды, и тогда и собирался деньги на память. Да, это как раз была я, Володя, да. Я вас пригласила попеть. Вот, и я, да. А вы сказали, я не пою. Я не пою, но свою лепту тогда в этот ящичек. Ты умничка. Я положил, я даже не помню, сколько я дал. Какая разница? Это все вот, все собиралась копейками. Ну что ж, благодаря вот таким людям, как наша Людмила, заодно и Владимир, он тоже внес лепту. Есть памятники в нашем городе, есть замечательная память, есть вообще просто прекрасные сияющие глаза влюбленные Высоцкого. Огромное вам за это спасибо. Скажите всем доброе утро, и мы уйдем на рекламу. Доброе утро с юбилеем Высоцкого.